ваш великий вождь Ахкинчил, я достиг такого могущества, что совсем скоро стану богом и дарую вечное процветание. Позовите жрицу Исчель, пусть она расскажет, как будет жить мой народ через 1000 лет. О, мой народ! О, мой повелитель! Боги разгневаны, они решили, что ты стал слишком могущественным и опасным для них. Они хотят уничтожить весь наш народ. Что? Как ты так смеешь? Тогда, чтобы умилость богов, я принесу им жертву. Тебя! Схватите ее! Стойте! Эта жертва не удовлетворит богов! Всевидящее око, покажи всем, что станет с нашим народом.